В Волгоградской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями управления МВД России по городу Волжскому пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. По предварительной информации, злоумышленники в нарушении законодательства за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций. Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными компаниями. В незаконном обороте находилось более 300 миллионов рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 миллионов рублей. Следователям Следственного управления УМВД России по городу Волжскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали 7 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группы. По местам их жительства и в офисах проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организации, а также черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Один фигурант находится под домашним арестом в отношении еще одного и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении 5 мера процессуального принуждения в виде обязательства явки. Расследование уголовного дела продолжается.